чтобы в значительной степени оздоровить экономическую ситуацию в предприятии «Горэлектротранспорт», в этом году в бюджет принимались даже поправки. Именно поэтому компания получила значительную субсидию. Но постоянное финансирование из бюджета – это, конечно, не выход из ситуации. Именно об этом говорил Анатолий Локоть на выездном совещании, которое на прошедшей неделе проходило на площадке «Горэлектротранспорта». Ну вот это оборудование, а вот кирпич. И всегда вопрос один и тот же. Для чего кирпич? Для чего кирпич? Это вот при помощи кирпича можно было согреть ноги. В музее трамвая мэру рассказали о том, как когда-то горячий кирпич согревал вагоновожатых. И напомнили, как всего несколько десятков лет назад покупались билеты. Вот это вот, да. Анатолий Евгеньевич, вы сразу. Вот вы знаете, даже журналисты, молодое поколение. А что она без денег? Посмотрите, что здесь написано. 80 лет. Да, это уже юбилейные билеты. Сама же история новосибирского трамвая стартовала еще в 1914-м, когда Русское Восточно-Сибирское общество электрических трамваев предложило городской думе провести в Новониколаевске первую линию. Реализации этого проекта помешала война и революция. И только 26 ноября 1934-го на линию вышел первый новосибирский трамвай. Протяженность пути чуть более 4 километров. Это был путь от вокзала до центра. Трамваи были деревянными, очень шумными. Зимой они не отапливались. Регулярное движение троллейбуса по маршруту аэропорт-автовокзал началось еще позже, в ноябре 1957-го. Но, тем не менее, все это вместе взятое для транспортной логистики города было шагом вперед. По структуре сначала расскажите. Правобережный, где? Кашурниково. Все понял. И четыре троллейбусных. Подвижной парк самого экологичного городского транспорта сегодня – это 293 троллейбуса и 124 трамвая. В основном это ветераны. К примеру, при нормативе 10 лет эксплуатации средний возраст новосибирского троллейбуса почти 17. Нужно, конечно, дальше и обновлять подвижной состав. Конечно, он старый, средний возраст трамвайных вагонов 20 лет. Дело в том, что вот в 88-90 годах была произведена массовая замена вагонов рижского производства на вагоны Катавского завода. При этом сегодня «Горэлектротранспорт» покрывает порядка 21% общего пассажиропотока. 2013 год нам показал при общем падении пассажиропотока. Трамвай рост 2%, троллейбус 0,5%. И мы видим устойчивый пассажиропоток. Это дало свой эффект в прошлом году приобретения 20 троллейбусов новых, низкопольных, 15 трамваев. Цифра на вырост уже не менее четверти от общего пассажиропотока. Но для того, чтобы эти планы стали практикой жизни, необходима покупка новых машин. Чтобы принять оптимальное решение, рассматриваются сразу несколько вариантов. Покупки, к примеру, новых трамваев российского или белорусского производства или чешских, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Чехи сегодня списывают свои трамваи, предлагают очень дешево, демпинговые цены абсолютно. Есть опыт использования их в Удмуртии, в Ижевске. Специально направили в командировку мы специалистов, они изучили этот опыт, особенности использования чешской этой техники, Татры, и о возможности в потенциальной закупке для нас и использования у нас. Но планы развития горэлектротранспорта – это, конечно, не только модернизация нынешнего парка и его умножение, но и новые маршруты. Сейчас уже практически готов проект на продолжение трамвайной линии по улице Титова до жилмассива «Чистая Слобода». Я думаю, что в следующем году мы эту линию построим. Кроме этого, буквально вот в конце этой недели мы откроем трамвайное кольцо на площади Маркса, которое тоже позволит оптимизировать трамвайные маршруты на этом берегу. Сегодня муниципальное казенное предприятие существует как планово-убыточное. Было принято муниципалитетом меры по погашению вот этой задолженности огромной, порядка 500 миллионов рублей. То есть в настоящее время долги погашены, арест с имущества горэлектротранспорта снят. Но такое положение вещей уже не устраивает городские власти. Может ли МКП ГЭТ стать прибыльным проектом? В середине этого года горэлектротранспорт должен работать ритмично. Кроме всего прочего, в горэлектротранспорте планируем реорганизацию части служб, чтобы уменьшить
затраты на эксплуатацию линий. Один из самых серьезных вопросов – стоимость проезда. Анализ тарифных предпочтений в городах Сибирского федерального округа и других российских регионов таков. При стоимости проезда новосибирскими трамваем и троллейбусом в 16 рублей это же самое удовольствие обходится москвичам в 30, питерцам в 25, екатеринбуржцам в 20 рублей. Себестоимость же перевозки одного пассажира электротранспортом в прошлом году в Новосибирске была равна почти 18 рублям. По итогам первого полугодия 2014-го зашкалила уже за 21,5 рубль. Но при этом городские власти понимают. Нельзя задирать тарифы и вот основную нагрузку на наших новосибирцев переносить, конечно, нельзя. Я об этом тоже говорил. Мы такой политики не будет. Несмотря на то, что МКП ГЭТ сегодня переживает непростые времена, но именно на этот вид общественного транспорта в Новосибирске сделаны серьезные ставки.